Вставайте, 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 вставайте. Да, бля, просто передо мной стоят. Столько попросил, вставайте, просто стоят. Да, конечно, сдох, они стоят, бля, как конечно не сдохну, если никто не встает, бля, передо мной стоят. Лайк, лайк. Все, иди хамачить, мы медиси. Какой-то бот заземной топ один занял. Да поставьте лайк на канал. Вак, миллион! 100 000 урона! Вак, мировой рекорд! Миллион! 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 А теперь давай на рейтинг. Слышишь, Жоли? Мировой рекорд! Слышишь, Анза? На рейтинге. На рейтинге также. Он наушники снял. Он вам ебать там, наверное, радуется. Да. Какая разница? Я просто как будто в туалете сидеть там. Все. У тебя голова реально работает. Найс, найс, найс. Ты видел, как у Акула работает? Убедился, да? Очко тоже у него нормально так работает. Заходи в игру, Акул. Ой, игру, у меня руки дрожат. Заходи. У нас это мнение. Она что-то у тебя с руками? Дрожат. Все, пацаны, от души все лучшие. Алло, слышишь? Кто так жамя? Сейчас, смотри, давай это сделаем сейчас. Блин. Что это сейчас было? Что это такое, пацаны? О. А за меня не перекинь, пожалуйста. Перекинь. Это что такое, друзья? Оставь меня. Не берите меня. Меня что, взломали? Это подожди. Я думаю, это не такой пранк, как у Зима настолько. Что это? У тебя сейчас не такой пранк, как у Зима настолько. Нет, я через второй аккаунт захожу. В смысле, зачем? К этому захожу, как он называется, блин, чтобы это сделать? Что? Пацаны, чтобы вы понимали, пацаны, я вот пытаюсь сейчас данные вспоминаю зайти. Какой пранк, блядь, я пытаюсь зайти, вот, смотри, я даже с телефона не зашел, смотрите, я с телефона не зашел на аккаунт. Я пытаюсь зайти, я просто данные, блядь, грузил, вот, я не помню данные свои, я с телефона пытаюсь зайти. Винит, помоги Азаму. Друзья, залейте Дису. Гол лайки завезем ему. Это что за херня, алло? Только не говорите, что меня забанили. В смысле тебе? Ваш аккаунт уход другой устройство, это не означает, что тебе. Хотя бы нормально придумал бы вот эту ситуацию. Ты даун какой придумал? Я ни хрена ничего не делал. Ты дурак, я тебе отвечаю. Если тебя забанили, вот эту хрень не пишут. Ну значит, мне кто-то взломал мой аккаунт. Ну да, кто-то взломал, кто же интересно. Я, бля, я тебе говорю, смотри, брат, вот смотри, вот видишь мой аккаунт, я не заходил, вот я пытаюсь вот зайти через этот, как его, я хотел, клянусь, я знаете, хотел через фейсбук, ну, может второй аккаунт есть, зайти в него, а тут у меня фейсбук не зарегистрирован, это же новый телефон. Я сейчас пытался данные ввести и зайти, чтобы кикнуть этого дурака, бля, Акаши, бля. Подожди, я сейчас узнаю, кто. Это я зашел, чат, не переживайте, сейчас выйду я. Чё за фигня? Это я зашел. Я взломал тебя, Азан. Все, бля, мой аккаунт теперь. Какой нахер твой аккаунт, блядь? Верни мне аккаунт. Не, все, я хочу. Я давно хотел себе аккаунт, где 100 000 урона будет в среднем. Все, свободен. Мой аккаунт. Ты прикалываешься? Нет, я что, хакера зря нанимал за 20 000 баксов, чтобы твой аккаунт... Я это хакер. Помнишь, Акола, я тебе писал сегодня? Ему, ты с телефона, что ли?
Я пытаюсь зайти, вот я даже свои данные не помню, я пытаюсь зайти, я не знаю, я не могу зайти, что за фигня? Ты не зайдешь, я данные поменял, вот у меня твои данные, все, вот, мой аккаунт. Не, вы сейчас прикалываетесь, пацаны, что прикалываетесь? А что с микро? Сейчас нормально вроде. А, я говорю, аккаунт, все, мой. А почему? Подожди, а что вы мне показываете? Реально говорю, а что мне показывает то, что у меня это неправильные данные? Я узнал, кто тебя взломал. Кто? ФСБ позвонил, короче, знаю, кто сломал. Не, сломал. Сейчас, пацаны, реально сейчас не до шуток, реально, не, я не вам... Говори, я вам... не говори ему. Я тебе рост, весь, все скажу. Я дай год... мне 10к, короче, я тебе рост, весь, все. Иди нахер, бля, даун, бля. Давай, аккаунт, я за 200 тысяч продам этот аккаунт, завтра пойдем. Давай, давай, по 50. Не, вы прикалываете, пацаны, это пранк, походу, с их ресторана. Аккаунт мой. 10к продам, мы скажем тебе, кто. Чё за... Знаете, одну букву с пароля, скажем, мы логин еще не поменяли. Каждая буква 10к стоит. Пароль состоит из 100 букв. Ты дурак? Нет. Кидывай, давай. Я киви скинул, смотри, личку чекай ВКонтакте, киви скинул. Чекай, чекай, чекай. 10 каждый. Ты даун, бля, какие 10? Вот сюда, отправь, давай. Ты дурак, бля! Давай, давай, скидывай деньги. Какие ты? Скидите нахер, прикалываетесь, бля, сидите, бля. Давай, телепузик, если хочешь, свой аккаунт, скидывай деньги. Подожди! Нет денег, нет анкеты или как. Вы аутисты, блядь, верните. Блядь, неверный пароль. Неверный пароль. Неверный пароль. Неверный пароль, попробуйте снова. Какой нахер неверный пароль, попробуйте, иди нахер, блядь. Мы тебе твой же аккаунт тебе за 10к продадим. У тебя аккаунт стоит 200к, скидывай 10к, ты чё жмо. Кто думает, что я вру, смотрите, пацаны. Сейчас покажу, блядь, где это, подожди. Как сделать так, чтобы нормально было видно? Вот ошибка, то же самое, что у меня вот сейчас вышло, тут тоже вышло. Скидывай деньги. Давай, я 10к жду. Вот так, жеме вам, а не 10к, блин. Ты не веришь, что твой аккаунт у меня? Тебе скинуть скрин в АК? Смотри, сейчас я ему в АК скину скрин, что я на него аккаунте сижу, смотри. Да они рофлят, бля, это не они, блин. Чё за херня, дай-ка сейчас. Только личку не показывай на стриме, ты чат спалишь, ой, номер мой спалишь, киви, только не показывай. Смотри, вот, видишь, я отправил тебе, чекай. Я на твоем аккаунте сижу. Видишь скрин? Ты гонишь, что ли? Как ты зашел? О, ты до сих пор не веришь? Он не верит, прикинь, околок. Да, либо... Это монтаж! Какой монтаж? Это взлом, это хацкерские вещи. Сейчас нас будут скрыть, но ничего страшного. Теперь, знаешь, теперь я знаю, что делаю. Как мастер по распусканию гильдии, я удалю аккаунт сейчас. Я тебя удалю, ты дурак, что ли? Какой нахер удалю аккаунт, бля? Хайпанул сейчас еще раз. Лысый, мы тебе нож спили. Я тебе сейчас нож в жопу суну, бля. Верни нахер мой аккаунт, бля. Мы тебе сунули уже. Чат, удаляем аккаунт его, да? Удаляем. Плюс чат, плюс. Он новый сделает. На 40 лайков. Пацаны, 40 тысяч лайков, да, 108 аккаунт. Если вы удалите мой аккаунт, блядь, ваш канал будет умирать, блядь, такой быстрой скоростью, что вы охренеете. Каждый стрим дизы завезу, блядь, вам, блядь. Мы перейдем на пабгу, нас больше онлайна будет. Плюсы, кончены. 40 тысяч лайков, я удаляю аккаунт, давайте. В смысле 40 тысяч лайков, ты удаляешь аккаунт, дурак что ли? Ну вот так вот, это будет твой последний стрим с этого аккаунта. Подожди, бля, где у меня Facebook, надо быстро восстановить его. Смотри, я нажал кнопку, сейчас скрин отправляю. Чекай скрин, смотри, бля, осталось просто нажать да. Не, подожди, ты понимаешь то, что ты если, как бы, ну, имеется в виду, забанишь мой аккаунт, ну, короче, удалишь мой аккаунт, ты удаляешь гильдию, в которой знает весь регион, в которой, блядь, тебе же не привыкать, ты, блядь, уже один раз распустил. Подожди, тогда я, получается, еще черноту распускаю. Нет, он не удаляет аккаунт, я как раз хотел штаны ангела, я тебе нож в спину сунул, блядь, и теперь у меня штаны ангела. Вы предатели, да, оба? Вы брата поменяли на бабло? Нордалет, какого? Нордалет пишет, вылетел аккаунт. Не, вы прикалываетесь, пацаны, реально скажи. У меня теперь штаны ангела. А, подожди, смотри, если ты мне не дашь аккаунт мой, а твой номер же у меня есть, я спалю.
Моего нету у тебя. Ну, трещи раз спалю. Я тебе спалишь, я нажимаю эту кнопку, да, и удаляю его. Ну ты... удаляю, это мой аккаунт. Если спалишь, удаляю. Эй, вы определитесь, кто у меня аккаунт спиздил, ты или он? Спиздил я, но он сейчас у околок. Да, это у меня уже. У меня штаны ангелы. Подожди, подожди, сейчас я... У меня Facebook, я сейчас разблокирую, отвечаю. Сейчас разблокирую. Пацаны, они думают, что я не разблокирую. Сейчас я разблокирую свой аккаунт. Я в чате пабдере пищу. Удаляй нахрен аккаунт. Эй. А вы эти спальники, которые плачут, ставят... Не надо удалять, не надо. Брат, смотри. Тебе дружба важнее или же, блядь, или же бабло? Дружба. Ну все тогда, мне, а что тогда? Дружба важна. Ну а что тогда ты мне не возвращаешь мой аккаунт? Ладно, ты прав. Я тогда верну тебе аккаунт. Если 40к лайков наберут, я не буду удалять и по-братски верну его тебе. Да? Есть там 40к лайков? Если наберут. Если сейчас наберется 40к, я ему отдаю аккаунт. 5 секунд у них есть, чтобы 40к лайков добить. Какие давай, 5 секунд? Давай, считай, считай, 5 секунд. Все сделали, уже 40к есть. Все, скидываю, да? ВК-чейка, скидываю. А ну, скидывай данные, аккаунт. Данные скидывай, блядь. Сейчас. Так, Азам, Лысый, Озеро... Сейчас я, сперва сейчас... Ой, чуть порой не спалил целый, скинул. Сейчас я, подожди, сейчас я с телефона сперва проверю. Может, ты мне, блядь, что-то другое скинул? Куда? Экран закрой, а то ты это при входе спалишь, что у тебя пароль там появится сразу, я так сделал. Сейчас, подожди, сейчас. Я с телефона зайду, сразу с телефона сейчас зайду. Сейчас с телефона. Блин, эти тысячи могли заработать. Подожди, вот так же мы, блин. Сейчас, подожди. Высыка так баш важнее, чем 10 тысяч. Сейчас. Сейчас, пацаны, секундочку, да, захожу. Если бы вы не набрали 40к лайков... Ах, вы гондурасы! Прикиньте, они мне не дали аккаунт. А ты чё, поверил, что ли? Такие чертофаны, бля, прикиньте, они мне аккаунт не дали. Это не мой аккаунт, они дали аккаунт какой-то, блядь. Вот так же мне написано. Сейчас я вам сделаю, сейчас я разблокирую. Сейчас я вам сделаю, бля, сейчас, еще раз. Сейчас. Отахбашишь, бля, сейчас я разблокирую. Подожди, я сейчас кое-что сделаю. Сейчас. Посмотри на него, как реальный хакер. Просто пальцем по экрану тыкает на сенсор. Сейчас разблокирую. Сначала пусть настройки поедут, где там находится. Он просто в меню листает, сейчас разблокирую. Эй, а почему? Почему я... Вы чё, бля, вы чё, угораете, пацаны? Почему у меня на аккаунте готуму тещиге написано? Тещ, что? Посмотрите, что за аккаунт он мне дал. Сейчас я вам покажу. Ни скинов, ничего нету, и вот здесь в углу написано готуму тещиге. Вот здесь, если видите, нет, я не знаю. Прикиньте, пацаны, они мне дали аккаунт какой-то сейчас, и написано внутри, в углу, готуму тещиге. Еба, чё добавили? Азам, чекни гильдию, быстро. Чекай. Что чекать? Гильдия, зайди туда, смотри. Зашёл, у меня... А почему у меня никого нету? Распустили твою гильдию. Все равно там одни боты были. Да, что ли? Все, чернота тоже. Forever. Ты рад теперь? Это чат, прикол? Не это... благодарите. Подожди, это прикол какой-то? Минус, чернота. Да, ты будешь теперь еще больше деньги зарабатывать. Будешь теперь новую гильдию и много проверок будешь делать, брат. Все ради тебя. Ты дурак? Ты понимаешь, мой дурак, ты мне сейчас гильдию торчишь? Да я... Мне не привыкать, ты же сказал вначале. Все, нет черноты. Какая гильдия дальше? Может, это Балабашина гильдию распустить? ДТ как-то... Не, я просто сейчас думаю, это какой-то прикол или чё?
Не прикол. Это все твои глаза видят, это не прикол. Ну создай теперь новый гейм, где будет заново. Короче, подниматься. Трэш, это да, он пишет. А тебе там, короче, реально хейтит тебе. Короче, друзья, давайте скажем. Трэшер, Аковок и я разыграли подписчиков! Мы вас разыграли, друзья! Это все было подстаново! Но все равно там хейтинг будут теперь тебе. Сейчас тиктоки будут, тиктоки видосики будут! Отмечаю в тиктоке вот эти смайлики, которые Трэшер и чем спустил? Это розыгрыш! Новый год! Друзья, это розыгрыш был. Сильно не обижайтесь, это был розыгрыш. Мы решили подшутить над своими подписчиками. Надеюсь, вы угарнули. Друзья, залетите, поддержите. Тут у нас, кто у нас тут сейчас? Поддержите вот его за ногу. Залетите, поддержите его. Подпишитесь на его канал. За ногу. Залетите, поддержите, подпишитесь на его канал, друзья. Поддержите его рейд от Азама. Все дела там. Арибери, Томми Джерри, Бисмандери, Эрибери, Охтундери, Чукумери, Миккинли, Киндли. Нет, ты Криса, говорит. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь. Ему там многие даже поверили. Многие поверили. Многие. Вот плюс сейчас кто поверил. Если бы это сделал кто-то другой, не поверили бы. А мне-то можно поверить.